Всем привет, ребята! С вами Рирс, и мы продолжаем играть в For Honor. Продолжаем проходить сюжетную линию за викингов. И сегодня у нас миссия «Древо и сталь». Дерево, точнее. Ну, древо, какая разница. В прошлой серии мы освободили Ярла, который должен нам помочь в выполнении наших задач. Поехали! Реалистичный уровень сложности. У нас есть обычаи, древние, как само время. Наши щиты крепки и спасут в любом бою. Клинки остры, выкованы по заветам предков. Тот, кто ведет всех к поражению, не должен быть лидером. Нас зовут вождями. Мы заслужили это имя. Мы щит для народа. Новый персонаж у нас. До последнего. Отлично. Стигандр. Стигандр был опозорен, когда Сив взяла его в плен. Он готов совершить невозможное, чтобы спасти свое доброе имя. Вот такой вот у нас уникальный персонаж. В легендарных доспехах своих, видимо, да? Такие, мне кажется, в мультиплеере тоже можно открыть, если очень сильно упороться. Загрузка карты. Какие красивые все-таки пейзажи здесь. Дракар корабль называется. Викингов. Вспомнил. По-моему, так. Нам нужна верфь. А я слишком долго сидел, сложа руки. Ну, пойдем. Побеждать. Давайте рассмотрим его. Мех резиновый у него, шапка резиновая. Ну, поехали. Сойдет. Сука, так бегает. Странно. РБ, РТ. Окей. Вот рыцарь против нас. Что он может делать? Он может выдыхаться. И падать на землю. Оп. Ну-ка, добивалку не успел посмотреть. Ну и латушки. Просто красотища такая. Смог даже восстановить укрепление. О! Разрушим. Мы же никуда не торопимся. Что-то не очень мне нравится этот персонаж. Ну, наверное, потому что я за него очень мало играл. И пока особо не понимаю, что нужно им делать. Его фишечки. Давайте посмотрим список приемов. РТ, РБ, кромсающая саль. Крушащий рывок. На X. Крушение черепов. РТ. А, это назад, видимо, да? А, РТ. Ну-ка, давайте попробуем. Ну, слушай, прикольно. Ну-ка. Да вот в эту сторону тебе ударим, давай. Он уже отбился, сука, и от этой атаки. Ну, теперь посмотрим добивалочку. Оп. Тонким движением руки. Ну, просто берем и сносим голову. Здорово. Это тоже лоховской рыцарь, который с двух ударов ложится. Угу. А, во. И у него постепенно разряжается стамина, когда он в таком режиме находится. Окейшки.
просто два стика. А, нет, один стик можно зажать. Подождите, я еще хочу список приемов посмотреть. Какие у него... Нихера у него приемов-то. А, X. Вот это попробуем сейчас. Да уйди ты, а. Я хочу пробитие ему сделать. Ладно, хилимся. Давай, давай, давай. А, X, на тебе в голову, сука. Пошел вон. Оп. 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 У него очень медленные атаки. Ему нужно по-другому играть. Окей, XRB, если атака пройдет. Стой, стой, стой. О, даже так можно. Хилимся. Ярость. Нахер, да ну это бредятина. Надо им в тренировочке поиграть будет, перед тем как записывать серию следующую. Потому что это Unreal какой-то. Тут, вот и все. Вот мы и поехали. Куда подальше? Так, ладно. Еще один приемчик. XRB, окей. Давай защитимся. Погоди. Хилься, 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 хилься. Так, давай попробуем. Не успел. Пипец просто какой-то. Как его нахер пробить? На тебе в голову. И он сразу же, смотрите, он все блочит, сука. Просто берет все и блочит. Давай. Давай, давай, давай. Одним приемчиком тебе ушатаем. Пипец просто. Ну, нате. Оп-оп-оп-оп-оп. Хилимся, все, идем дальше. Так, 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 так. Куда идти-то? Давай наверх сюда поднимемся, посмотрим на верфь. Можно пройти? Нет, а как они туда залазят? Видимо, с другой стороны, да? Ладно, лезем сюда наверх. Ох, ребята, вот такие вот, значит, у нас приколы тут с этим персонажем. О, давай попробуем тебя пробить. Потренируемся еще. Оп. Оп. На. Бах тебе в голову. У него такая же тема есть. Тихо, тихо, тихо. Оп. 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 Че, ёбнутый что ли, блядь? Да иди ты в баню. Оп, на тебе. Оп. Усиленная оборона, это понятно, из усиленной обороны XRB. Если удачно пройдет, но мы так и делали, по-моему, да? Давай, сейчас подойдем поближе. Усиленная оборона. X. Нет, это не то.
На, в голову. Ну, короче, ясненько. Вот такими вот маленькими приемчиками будем его убивать теперь. Очень жаль, очень жаль. Ладно, походим, посмотрим, что тут какое будет. Опачки. Залезь бы туда как-нибудь еще. А, вот, можно. Наверное, да? Можно, залезешь? Нет, туда, через верх надо пройти. Ладно. Сюда мы ничего не сможем сделать. Лезем. Потом поразговариваем с вами. Это все, конечно, весело. Но у нас тут есть кое-что поважнее. У нас есть зажигательная смесь, которую мы очень сильно хотим применить. Оп-о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 п. Тихо. Так, стоять. На, оп. Оп. Второй разок также проканает, нет? Сидим, сидим в обороне. Оп, здорово. Хераси, в жбан получил. На тебе в головеху. Отъехал, дружочек. Дай-ка стрельнуть разульку. На. Держи. Сука, спрятался. Не, не стреляет. Уходим. Так, давайте здесь еще посмотрим, что здесь есть. Угу. Вот эту херню соберем. Дратуйте! Оп. Ну, ворота надо открыть, там наши зайдут. Или нет? Видим, с броней что-то стало не то происходить. Она начала дергаться очень сильно. Ладно, пойдем, ворота откроем. Запустим друзей. Хольдеров там. Валькирий. Вот этих вот мясников. Отлично. А, теперь до баллисты, значит. Куда ты бежишь-то, дурак? Ладно, будем сражаться со всеми. Да возьмите под контроль баллисту, мне пишет. Ну ладно, пойду брать. Они отступают. В атаку! Да какой отступаем? Ну говорят, за баллисту садись, то сюжетка не засчитается дальше. Придется садиться. Рыцарей было даже жаль. Конечно, жаль. Оп, куда пошел? Какой-то уворотливый-то лучник. Оп, оп, оп. И своих, и чужих всех поперебьем. Нормальный удар, кого ты там выкобеливаешься. Хера там лучников. Давай, 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 давай. А еще надо цели убить специально, да? Нам пометили как для дебила. Что вот тут тебе обязательно надо 20 целей ушатать. Пожалуйста. Задача выполнена. Еще бы не выполнена. О, какой-то понтовый рыцарь. Поехали.
До свидули. Тихо назад. Давай, конечно, скинь меня еще. Ты будешь его скидывать, нет, сегодня? Ну, хотя бы так вот. Пожалеем его. Хилься. На, в голову. Оп. Да, понятное дело, что мы так никогда ничего не сделаем. Без стамины-то. Он все атаки наши отблочит. И все будет окейшки. Оп. Бах. 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 Вот это геймплейще. Вот это я понимаю. Так, мы здесь были. Пойдем на мост сходим до кораблика до того. Подберем одну штукенцию. Потом разберемся со всеми этими. Пацантре. Вот и все. Задача выполнена. Можно на кораблике тут посмотреть. Нам туда добраться надо. Сейчас доберемся. Не бойся. Юра себе. Ну, будем одним приемом. Или нет. Да, свидули. Добыча. Мечи там какие-то. И цивилизийской стали, видимо, да? Медведь у него с кольцом. Корабли самураев. Ох ты. Их полно на берегу. Оттуда и взяли. Ну, самурай, конечно, прикольная тема. Самураи! Ну и что? Нас в 10 раз больше. И у них был удачный год. Это, видимо, бабки местные, да? Или это броня? Надо снарядить флот. Нас ждал поход. Так, это, конечно, все прикольно. Награды за задание. Окей. Сундук один дали нам, отлично. Мы можем этот сундук потом разблокировать на нашего персонажа, за которого играем, и получить дохренища брони. Герб фон. Ну, это, конечно, круто, но не настолько. Я нашел себе идеальный герб. Если можно так сказать. На легкую добычу викинги решили атаковать своих соседей, живущих за морем. Земли самураев находились за древним фортом. Викинги считали, что он практически не защищен. Это была большая ошибка, да? Поехали самураев бить. Хоть подеремся с ними. Во время боя в мультиплеере с ними всегда проблемы были. Потому что они могут стрелять на расстоянии. Могут наносить удары, которые ты хрен как заблочишь. Довольно быстрые. В общем, все круто, весело и обалденно. Сейчас посмотрим. Побережье. Нажмите или держите Y для использования эмоций. Жаль, в бою она не пригождается. Никакой атаки нет на нее. Аполеон, а, ее война. Добивание есть. Чуть не погубили нас. Но после набега мы снова... поверили в себя. Мы начали с крепости у моря. Но нас уже ждали.
Стой! Мороты! Мороты! О-о-о! Мясо! За кого мы будем сейчас играть, интересно? За Валькирию, скорее всего. А, нет, смотри-ка, за этого, за Хольдера опять. Мы приветствуем вас! Ворота крепости не закрывали веками. Теперь нам нужно было пройти через них. Поехали. Бой! Жесть, такой прямо... Ну, смотрится, конечно, круто. Помимо огня. Огонь беспонтовый в этой игре. Может быть, я что-то в настройках поставил не то. Давайте будем резать самураев, чё. Оп тебе. Это... О, вот это уже посерьезней. Оп. Тихо. Оп. Пойдем этого рыцаря ушатаем. Ладно, вот этого... чмошного самурая убьем. Ну давай, ну ты сделай эту прием этот ссаный. Не хочет и все. Так, добраться нам туда надо, да? Ну пойдем туда потихоньку. Не будем их бить, сами там разберутся. Этого со щитком убьем. Оп. Давай. Ну давай. Да. Не. Оп. Ну. Дожми ты его. Чуть-чуть осталось. Как и мне. Оп, не ожидал. На тебе еще, в жбан. Оп. Оп. Так, ну добрались мы. Канат, крюки, сюда. Охо. Кира там они, у Бэтмена что ли ограбили? Оп. Ё-моё. Ё-моё. Оп-оп-оп-оп, нормально, нормально. Лезем дальше. Что? Так у него есть какой-то узор на топоре или нету? Непонятно. Нет, по-моему, нет никакого узора на топоре. Это что такое? Гнев. Скорость бега увеличивает и урон, видимо, да? Ну, красиво, красиво здесь. У самурая все. Япония, все дела. Здорово. Опа-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 
Давай попробуем. Хочу ярость набрать. Давай.
Ну бей ты, сука. Оп. Хотел ярость набрать, а меня размотали тут как этого. Хилься давай. Оп. Не, надо тренироваться за викинга, короче. Просто идти играть. Все будет окейшки. Бежим, 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 бежим. Ого. Не успел отблочить, блин. Пошел нахер. Ты иди сюда, давай. Оп. Ты сука. Че, ты вылез, что ли, оттуда? Так, бьем, 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 бьем. Хилься, хилься, сука. Да твою-то мать, а! Ну как ты так мог пропустить-то удар-то этот? Вот, это надо победить. Оп. Ты смотри, какой, а! Давай, ждем. Сверху ты, да, просадил, да, молодец. Вот отсюда. Да ты сука. Нет, так-то точно мы хер победим его. Давай, бей его, бей его. Сука, то ты будешь пробиваться-то сегодня. Во. Давай, 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 хилься. Отлично. Оп. В жбан тебе. Ушли вон. Мелочь пузатая. Да увернись ты от этой херни. Давай. Оп. Оп. Куда ты лезешь? Отбились. Оп. На тебе. В ответочку пошла. Так, да уйди. Нормально так открывает. Вместо пульта. Так, это Панторез вышел. Это уже необычный. До такого уже можно поиграть. Ох ты, сука, пробивает. Так, ну, поехали. Хилься, 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 хилься. Надо почаще просто вот этот ударчик использовать. Вот такой вот, оп, жбан тебе, оп. И вот так вот, оп. Не удал, все, удар у нас, вот теперь удался. Вот это хедшот. Вот это я понимаю. Так, подойдем. Сюда что? А, тут спрыгнуть можно, да? Ладно, пока туда не идем, идем сюда. В эту сторону, посмотрим, что здесь можно найти интересного. Вот, можно посмотреть. Фо-форт. Нормально, хорош. Построен в одном из немногих мест в Майре, где флот мог удобно причалить к берегу. Это древнее поселение. Да, офигенно. Поехали. Вот эти вот аспекты такие вот есть в игре, где можно зацепиться, перелететь, но
В мультиплеере такого-то нету, это же мультиплеерная игра. На нее рассчитана. Сюжетка здесь так, для галочки. Кто вот ее в здравом уме будет брать ради сюжетки? Отлично. Че надо? Оттесните самураев. Ну погнали, теснить их, че. Тут такое мясо. Тесни не хочу просто. Направо и налево. Да уйди, а. Ну не надо меня бить, ну пожалуйста. Оп-оп-оп-оп. Во, вот, нормально теснятся. Погнали туда. Сейчас найдем этого вождя. Поразвелось тут, блин. Самураев. Опачки. Идем. Это их вожак, видимо, да? Сам собака. Ну, поп-поп-поп-поп. Так. Пошел. Так, ее не заблочить эту атаку. Все, я понял. Да ты будешь, нет. На, во, молодец. Оп. Сука. Вот, в головеху. Отлично. Килимся. Вообще просто все попропускал, сука. Да что ж такое-то? На. Давай. От дефа играем. Угу, поиграли от дефа. Вот он пробивает. А у меня что-то реакции не хватает пока на эту тему. Оп. Понятно. Пошел ты нахер, дружочек. Хилься давай. Оп. Так, он в ярости еще. Отлично. Отлично. Заблочили. Так, надо пробитие ему сделать. Оп. Тихо. Нет, 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 сука. Ай. Ждем, ждем, ждем. Да ты, сука, ну не успел чуть-чуть прожать. Ты мне мешаешь. Ну давай, на. Оп, схватили тебя, да. Все, пробитие. Оп, на. Атака, которую не пробить. Круто, весело, обалденно. Пошел нахрен. Его там бьешь, бьешь, ему вообще похеру. Да ну ты как ты это делаешь-то? Почему у меня-то так не получается? Ну на вот тебе в жбан, ну. Хилься давай тогда. Блять, это пиздец. Да ну пиздец, ну. Ай, господи, ну. Ну просто аннигилирует.
Ну на тебе ярость, да толку от этой ярости, блядь. Он каждый удар блочит. А. Отходим. Был бы это реальный бой, вот, мультиплеерный, я бы давно уже кони двинул. Ну вот, в угол тебя зажали, ну молодец, ну и чё, вот. Дал нам оглушение свое боссовое. Неужели, твою мать. Ну это чудом, это нельзя назвать победой, это реально чудом уже. Нет, ладно, ребят, давайте совершим на этом серию сегодняшнюю. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Рирс, пойду тренироваться в мультиплеере. В тренировочных боях за этого типа. Ну, за него осталось последнее задание, мне кажется, пройти. И дальше уже ничего не будет. Дальше уже будет за самураев. Там придется потом за самураев идти играть. В общем, всем счастливо, всем пока.